Всем привет, с вами Странник, и я продолжаю играть в Lost Ark. Короче, я в прошлой серии там показал, как убил босса. Когда уже записал, посмотрел, что-то как-то... Надо было, наверное, ускорять без звука, может быть, или еще как-то. Ну, ладно, в общем, суть в том, что я этого босса убил, и убил я не один его раз. Я, на самом деле, его много раз убил. Там был парнишка, мы вдвоем били. Оказалась такая штука, что он бил этого босса, там он, наверное, часа 2-3, наверное, бил до того, как я пришел. То есть я не мог выбить вот такую штуку. Она нам нужна для Атласа. Вот она находится, скрытая. И мне буквально со второго, с третьего раза упало. Давайте мы сразу ее изучим. У нас вот она засчиталась. Еще мне выпала вот такая чешуя с него. Вот она. Вот интересно, ее тоже одну надо? Нет, ее 4 штуки надо. Интересно, она только с этого босса падает или нет? В общем, вот мне навпадали кучу уже сережек. Считайте, каждый раз по одной сережке падало. Даже кольцо выпало несколько раз. Выпал вот такой свиток, который показывает на карте секретного подземелья. Интересно. Вот эту штуку я не помню, где-то тоже взял. Это еще выпало. Так, я тут посох переодел, еще, по-моему, пару вещей каких-то. Такую штуку одел. На кольце я пока не могу. У меня не хватает уровня. Слушайте, а тут можно два кольца. А мне интересно, можно будет этих два одеть? Ну, в общем, куча вот такой всякой фигни навыпадала. Приоделся. Чем мы сегодня планируем, идти дальше или сходить в подземелье? Монастырь переполнен страждущими. Ступай на юг. Брат, давайте, наверное, дальше кстати. Побежим. Юдия — это уже другой у нас, по-моему, часть, да? Выбор региона. Юдия, да. Ну, предлагает дойти до Юдии. Ну, а дальше уже посмотреть, что... Ну, дальше, наверное, пройдусь по старым локациям, зачищу вот эти подземелья. Ну, короче, все, что смогу для этого сделаю. Давайте заберем эту всю награду. Мне коробка сюрприз пригодится, карты. Я просто хочу уже какую-то коллекцию открыть, чтобы мне это бонусы давало. Нерия в коллекцию добавилась. Странно, в колоде отображается, но здесь ее нигде нету. Интересно. Так, ну опять мне ничего не добавилось. Ну и мастерской что-то. Хорошо. Наследие. Монастырь переполнен страждущими. Чего? 17 уровень? Брат Элвин позаботится о тебе. Я последний раз, по-моему, брал 10 уровень. Плюс 1 или 2 уровня я добил, пока убивал босса, за него там дается. А, наверное, достижение какое-то выполнилось. Так. А что так много наследия прям насыпало? Я же это, качаю тут на лошади, стою в АФК. Ну и иногда этот атаку наношу. Я еще не докачал. Так, сейчас быстренько глянем насчет достижения. Может, у меня здесь выполнился какой-то из этих достижений. Так, ну здесь еще не добил. А, хотя 10 тысяч раз добил. Может быть, это так много дало? А, и здесь 50 часов выполнился. Блин, написано, сколько опыта. Может быть, за это много дали? Ну, как бы 50 часов за сотню там вообще насыпет. Не, прикольно, чё, я сейчас помощнее буду. Сила, выносливость. Точнее, интеллект в моем случае. О, скоро фон новый откроется. Так, ну круто. Хоть какие-то сподвижки есть. Есть вот эта труба подзорная. Позаботится о тебе. Кстати, вот она, семечка мока еще есть. Я ее тоже пробегал и увидел как-то. Отлично. Это что мы открываем? А, вот эти локации. Еще две зоны где-то осталось. Ну, карту потом открою, посмотрю. Так, давайте мока тогда сразу поднимем. Он так спрятан еще, вот, незаметно. Ой, новый уровень наследия. Так, получить. Еще немного, и новый фон будет. На начальной заставке. Где все персонажи сидят. Вот еще, кстати, два квеста каких-то. Ну, ладно, погнали. Чего требует от нас монашеский обет? Быть утешением для страждущих, когда ни совет знахаря, ни сила лекарства не способны их исцелить. Обет требует презреть телесный недуг, ибо мы печемся о спасении духа. Но какой нужен дух, чтобы не сломиться, когда невинная малютка вся в струпьях и язвах хватается за край твоей мантии и жалобно зовет папочку? А ты знаешь, что его больше нет. Этот мужчина, он кричал так долго. И так, люди так не кричат. Наш монастырь превращается в скудельницу.
Скоро стены его поросут фетронистским хвощом, как поросли им окрестные угодья, и только мертвые будут бродить по мрачным коридорам. Да ничего не порастет. Аман же уже предположил что-то. Дракон просто зубы долго не чистил. Может, вернемся в тот квест сначала, доделаем вон тот. Поговорить с монахом Санфием. Может, там еще раз этот босс будет. А, кстати, еще насчет босса я понял такую штуку. Чем больше наносишь урона, тем больше лута падает. Потому что в один из таких убийств я подошел под самый конец, ну, точнее, там, увидел. И мне за убийством там пару раз буквально ударил, и мне практически там ничего не выпало. А когда его полноценно бьешь, то там падает прям хорошо так лута. Так, монах Ксанфий. Ксанфий. Алара. Со времен этой истории лет 20, наверное, прошло. Я еще ребенком был. А, это один из тех типов, который убил мать ее. Пришла в наши края странная болезнь. Взрослых не брала, только детей. Страшная горячка, от которой ни святая вода, ни монастырские лекарства не спасали. Усыхали от нее и сгорали в одночасье, словно от темного колдовства. Вот тогда к ним и явилась Алара. Платье полотняное, белое, волосы как смоль и глаза черные-черные. Девочка с ней была, совсем крохотная. Пришла и сразу в монастырь, Пиерию. Дозвольте попробовать, я знаю, что это за болезнь. Деревенские в ругань. Отдать детей ведьме? А Пьерри поверил и отвел ее к маленькому служке, монастырскому сироте, который метался в горячке уже пятый день. Того и гляди, приберет Руфион. Никто не знает, что Алара с ним делала, только жар спал, желтизна сошла и задышал служка спокойно и ровно. Тогда уже все к ней в ноги бросились. Осталась Алара в деревне, дали ей дом на отшибе. Первое время святой почитали. А затем, как болезнь забылась, поползли слухи, что ведьма она и коров угубит. И урожай, и что чуть ли не сама на детей тьму навела. Собрались с факелами и... Потом опомнились, покаялись. Пьерри поставил ей плиту на кладбище, где только монахи, святые и мученики захоронены. Но значит так до сих пор и нет покоя ее душе. Да, пришла, помогла. Смотрите, вот это дома какая-то хворь такая. Это типа, наверное, вот этот дом. Интересно. Неужели просто такая локация, где из дома такой черный дым, и ничего с этим сделать нельзя? Блин, странно. Так. А, вон еще дальше что-то. Надпись какую-то прочитать. Ой, я походу сейчас этого духа буду успокаивать. Чё? А вот. Да успокоится с миром Алара, мученица, спасительница. Их-то детей, тело ее сгорело, дух же ныне пребывает с Руфионом. Вот там какие-то умертвия. А вот смотрите, тоже черный дым. Вот такие какие-то штуки. Блин, неужели это просто антураж, и никак это не задействовали? Какие-нибудь секретки там. О, где-то босс. А кто из вас босс? А, вот он. Ну, все. О, нашел еще одну трубу. Получается, останется одна, или где-то я пропустил, может быть. Может быть, это здесь, на кладбище. Прикольно так отдаляется камера. Классно сделано. Так, ну... Ой, что, он опять появился? А, вот она, ведьма. Смотрите. Так, ну что, все, просто сдать квест. Да, я был тем самым монастырским служкой, сиротой, которая спасла Алара. Только благодаря ей жив. О, прикольно. Я ошибся, значит. Страшная эта история, Фростейр.
Я до сих пор себе поверить не могу, что был слишком мал и не смог защитить ее дочку. Сгорели обе в огне, даже костей не нашли. Так, подожди, а я квест ради же у дочки взял. Что? Нет. О, разбитое сердце, достижение. Просто выполнить задание. Ко мне дали... О, боевые умения добавились. Ну, мне пока некуда. Мне... О, левел, кстати, точно могу же одеть. Вещи. Так, сережку, а еще одну могу одеть? А, нельзя в заданном экземпляре. Ну и жадины. Опа, я сразу так приоделся неплохо. Надо, типа, другую сережку и другое кольцо. Так, а это что у нас на карте? Отмечено вход в секретное подземелье. Блин, ну подземелье, ладно, я подземелье пока не пойду. У меня вот два подземелья есть. Кстати, видел достижение там. В такой-то локации пройдите таких скрытых 50 подземелий. Долго я, наверное, буду выполнять. Что, поломаем все эти вещи? Распылить? Да. Ну, серьезно, ломается вот на эту пыль все? Наверное, фиолетовую было выгоднее продать просто. Ну, ладно. Побежали дальше, квесты возьмем вон те, которые там в уголке у нас. Я, кстати, смотрел разные достижения, но так не нашел ни одно достижение, чтобы там убить такое-то количество монстров. Мне кажется, его тут не хватает. Это место особенное. Здесь бьет холодный ключ, у которого в прежние времена отдыхали паломники. Ее вода чистая, как в старь. Хворь проникла повсюду, но его не коснулось. Поистине святой источник. Давным-давно монахи качали воду этого ключа в монастырь, но прошло много лет, механизмы заржавели, и никто не стал их чистить. Проще было зачерпнуть байду из колодца. На черном рынке доступны новые товары. Брат Велион не так давно попытался разобраться, попросил у кузнеца мудреные детали, носил их верфям, но настоятель заметил и велел не тратить время на суету. О, еще одну карту дадут. Прикол, давайте. Проследите за тем, что... Так, это туда же бежать, хорошо. Да что этих тварей не берет? Говорят, чума повсюду. Как бороться с тем, чего не видишь? До беды наш отряд был приставлен амбары караулить на случай разбойничьих нападений. А зачем чума пошла? Косить сперва Ланса, затем Дарина и Грэма. Осталось нас от всего отряда двое. Тут уж ни одного амбара стало. Приставили монастырь охранять. Беспокойно мне, как там хранилище. Разграбят, будем голодать. И неизвестно еще, что хуже. Язвенный намор или голодный. Че мне? Пойти постоять? Поохранять? Так, тоже по пути. Знаете, я, кстати, что хотел еще сказать. Я, наверное, вот эти соберу награды. Тут просто монетки, которые могу продать. Типа серебро получить. И здесь тоже. В принципе, перья, карты, это тоже можно собрать, что в них такого плохого. Причем, о, а у меня такая есть. Короче, я, наверное, заберу все награды. О, а наследие откуда? Не понял. Как это работает? Вроде там ничего не было про наследие. Забираю награду, еще получаю наследие. Блин, прикольно, тогда хорошо, что забрал. Так. Тут что, просто инвентарь. Монетки. Ну, это просто продать, короче, торговцу. Хорошо, потом продадим. И наследие. И еще один уровень, и сможем фон новый сделать. Усталости. Смотри по сторонам. Гады чумные. Так, а что мне мух-то надо убивать? Мне мух не надо. Ты
Так, отлично, мне нужно уничтожить морбусов. Все-таки морбусы. Это не морбусы. А, вот он. Так, ну и вернуться назад немного, сдадим квест сразу. Какие странные такие существа, эти морбусы. Смотри по сторонам. Чумные твари не знают, чума повсюду. Не добрались разбойники, добралась чумная гниль. Всюду эта зараза, нет от нее спасения ни на севере, ни на юге. Да я ж там вроде помогал, чистил, как это нету. Ой, там что-то успел пролистнуть. Брат у меня там сержантом служит где-то. Которую неделю нет вести, жив ли. Узнать, ну хорошо, без проблем. Хорошо тут так еще квесты построены, что, знаете, этот, в одну сторону, ну, особо не приходится бегать туда-сюда, а по порядку так идешь. И они все плюс-минус по порядку идут в одном месте. Найти шестеренки. Типа коробки ломают, я так нахожу. Найти северный сторожевой пост. А, это он уже далеко. Так, а что найти? А, ну шестеренки, коробки, короче, остались. Ну, посох какой-то. Так, шестеренки сделал. Я, наверное, сбегаю туда наверх. До квеста активирую портал, а потом прыгну на этот портал. Почему бы нет? Правильно? Потом быстрее будет просто возвращаться. Меня смущает, что у меня вот этих кусочков очень мало. Хоть иди специально стой, просто монстров бей. Может быть, кстати, я так и поделаю в те моменты, когда не смогу записывать. Похожу, побью их. Кстати, еще в подземельях вроде их много сыпется. Так что, может быть, в подземелье, когда пойду, этот, там и набью их все оставшиеся. Ну, в общем, посмотрим. Все так, кончено. Поговори с сержантом. Активируем сразу портал. Жив, Ральф? Ну, слава Руфиону, и мы живы. Наш пост, считай, единственный уцелел. Потому как на самой границе с пустыней. Язвенным семенам некуда корни пустить, а солнце их мигом высушивает. Ничто среди песков не приживается, только колючник и тот перекатный, как весь юдийский народ. Такого говорят на этом народе проклятие, или по нынешним временам скорее благословение, а? Ну да, типа их хоть зараза не касается. Так, но мне нужно будет по этому, по основному сюжету, мы же там должны... О, какой-то монстр. Это, по-моему, элитный монстр, но он не относится к Атласу. Ого. Так, а вот это что такое? Все. Короче, вот этот с черепком, это был такой с этой саурой. Там всякая штука с него падает. Кстати, монет неплохо так насыпало. А вот это большое желтое, не знаю, что это было. Какой-то... Тоже какой-то моб. Так, ну ладно. Так, у меня тут какие-то новый день настал. Типа монетки ремесленника. Скоро уже дособираю все это возвращение искателя. Необходим для заточки ремесленных инструментов. Интересно. Ну и тут опять какие-то штуки непонятные. Ладно, все забираем. Сразу можно, кстати, их положить в склад, чтобы не мешались. Так, куда они делись? А, надо еще и забрать их сначала, понял.
А, тут сразу все получают предметы. Прикольно. Ну ладно, пускай лежит пока. Но монетки куда-то... Ну, видать, какой-то особый инвентарь упали. Так. Давай тогда сначала по этому квесту. Вот видите, как получилось? Настоятель говорил, суета. Один Рагаль мне верил. Я чертежи смотрел. О надобности зубчатых колес понял. А как приладить их на место, не сообразил. Потом нашел вот, в книге, видите, тут лепесток железный отогнуть, насадить, а затем загнуть, как было. Угу. Ничего умно читаешь. Так, понял, мне, короче, нужно будет починить сейчас эту штуку. Ну, давай с тобой еще поговорим. Еще пятеро. И это всего за полчаса. У настоятеля Лемиара жар. Он еле на ногах держится, а он все твердит. Кто-то должен перевязать их гнойные раны. Молю. Уговорите его хоть немного отдохнуть, а мы с братьями приглядим за болящими. И господин Аман нам поможет. Он обещал. Попросить кого-то передохнуть. Сейчас, секунду. Монастырь переполнен страждущими. Ступай на юг. Брат Элвин позаботится о тебе. Хорошо. Мои худшие опасения сбываются, Искатель. Мы думали, что выкорчевали заразу, но она пустила корни слишком глубоко и разрослась, как фетронийский хвощ. Пусть брат Алит не беспокоится о настоятеле. Я позабочусь о нем. Вы найдите того монаха, Панакия. Помните тогда, у сокрытого источника я назвал его выдумкой? Теперь он наша последняя надежда. Не помню, но хорошо, что я все записываю. Брат Панакий у нас блаженный, нелюдимый. С некромантическими наклонностями, как выяснилось. Люди еще дышали, а он их везде ощупал, осмотрел и как забегал по монастырю, словно оглашенный. Всю ночь в своей келье скребся, а наутро пришел к настоятелю и говорит: «Выдайте мне меч и доспех, а лучше приставьте двух стражников. Я всех болящих излечу, только доберусь до хребта Гелиска». Настоятель вздохнул, а стражники покрутили пальцем у виска. Короче, он, скорее всего, тоже, как Аман, понял, что надо драконы зубы почистить. Панакий ушел по ветреному тракту в сторону заставы. Ладно бы один, юродивый, что с него возьмешь? Так за ним еще и наш послушник Рагаль увязался. Чувак, дело, говорит он, что-то пытается сделать. Так. Ну все, побежали тогда там воду делать, чтобы водопровод работал. Одна есть. А, все, только одну надо было. Во, видите, открыли портал, сейчас быстренько тут отпыхнемся. Так, бежим квесты сдавать. Панаки все правильно говорит, а только никто ему не верит. Воды эти струятся глубоко под хребтом Агилисака, где яд змеиный землю пропитал. От того и чистый, так Панаки говорит, а я ему верю. Чуть не понял, воды эти струятся глубоко под хребтом Агилиска. А, ну типа яд не достал, который пропитал землю, я понял. О, карта. Так, еще одно секретное подземелье. Руины одичалых демонов. Так, это вместе, а это... Сокровища ненасытных демонов. Как понять, где она? Ладно. Вы жрец первозданного света? Хвала Руфиону и Рагальду. Не зря он рисковал жизнью, пробираясь через кордон. А я пошел вперед, чтобы не терять время. Мы без того целую ночь упустили. Я все сундуки перерыл, пока искал записи прадеда. Ну, прадеда в седьмом колене. Меня в честь его назвали. Он во времена второго вторжения от фетронистской язвы излечился, еще до того, как хвори знали силы ковчега. Никто в это, правда, и не верит. Предкам его почитают самобродом, а брат Алет все сторожит меня за инакомыслие. Но вы-то верите, раз пришли? Расчистить дорогу, хребту, и мы с вами изгоним заразу. Расчистите. Да, сейчас. Так, все опять кончено. Две точки. Убить... А, это вот я его как раз убил. Это запросто. Простите. Так, все. Семерых одним ударом.
Мне так нравится тут. Не знаю, бьёшь и куча всяких разных достижений. Люблю такое, когда вот прям чуть ли не на каждое действие различные достижения. Ну и понятно, что они вначале так легко падают. Нанести критический урон. Блин, а как это? Критический урон как-то отображается? Если сомневаетесь, вот, почитайте сами. Мой прадед был простым травником. Жил отшельником в срубе у самого подножья хребта. Собирал в здешних пещерах змеиный лен, дикую тортулу, ядовитую мшанку. Ими победил фитронийскую язву. Да, он не был ученым мужем. Я первым в нашем роду принял монашеский сан. Но он был смекалист и по-житейски мудр. Хвори-то не страшнее перхоты. Надо бы только перетереть пещерные травки в кашицу и обмазать ей гнойники. Коли защиплет, терпеть. Это яд змеиный, заразу травит. Яд змеиный. Видят боги в сказаниях об Альглиске. Больше правды, чем людского вымысла. А, нет, я понял. Когда он говорил про то, что вода там чистая, яд пропитал. Это не то, что река глубоко, а из-за яда река вот от этой заразы избавляется. Вон она что, Петрович. Прикольно. А эти, я так понимаю, тут вход в змеиный хребет. О, такой стилистика. Прикольно. Так. Что, пойдем на героический, а потом, если что, на обычном. Давайте попробуем группу найти. А мне бы карту надо пока открыть. Так, ну, короче, ничего не нашлось. Пойдем в соло. Карту я открыл. Что у нас тут ждет? Две элитки и 1, 2, 3, 4, 5, 6 мока. Офигеть. Интересно, я в самом этом инстетка покажет, сколько их всего? Хвост Агилиска. Самое опасное место. Никто не знает, какие чудовища обитают в этих пещерах. Так, понятно. Мне опять, короче, обрезали инст. У меня остался только... А кто меня там ест? Так, сейчас бы сообразить. Наверное, короче, только пятачок. Ну, короче, тут, походу, вообще ничего нету. Ну, одна элитка есть. Хорошо. О, я ее подбросил. Да ладно, вот это прикол. Блин, круто, круто. Вообще, мне прям нравятся скиллы, прям красиво. Я, конечно, понимаю, что через какое-то время к ним привыкну, но выглядит все равно эпично. Блин, можно, короче, просто проходить, они там сами этот лопнут. Вот так вот. Это будет намного быстрее. Так, а что дальше? А, еще надо тут перебить. Я, кстати, говорил раньше, у меня там много бутыльков. На самом деле я практически все потратил, пока босса бил того. Так, нет, уничтожьте. А, вот, пропустил. Look.
Давайте-ка мы сейчас попробуем всех сюда собрать. О, красота. Ну, этих я вообще не вижу смысла бить. Они мне ничего не дают. Так, X6. Понятно. Все хорошо. А, это был, блин, не босс. А зачем я потратил? Вот он и босс. Подсказка. Чешуя Харда также прочна, что эффект изнурения на него не действует. Я пока не особо понимаю, что эти за эффекты. Так. Вот, ну, я понял, бился с боссом, понимаю, что от этих штук надо лучше уходить. Ой. Да ушел. Это было несложно. Я прям как будто на 2-3 головы сильнее них. Защита, сопротивление, интеллект, выносливость. Забираем, конечно. Так, и новая карточка. Свежий жор. Не знаете, что интересно? А вот, допустим, босс. Вот я могу как-то посмотреть, что с него выпадает? Ну, как-то вот с мобов что падает. Что было, что было? Я ничего не трогал, оно само. Песня возвращения. Интересно, куда она меня возвращает. Так, мне дали новый навык. Да, гибельный хлад. Давайте вместо вот этого попробуем. Бен! Ух ты, прикольно. Выглядит красиво. Так, новая карта. Ну ладно. Мне подсказали, что нужно вернуться через песню. Как оно там вообще делается-то, я уже забыл. А, вот, ноты. Песня возвращения. И куда нам, интересно, это пахнет? А, ну просто на выход. Нормально. Короче, чтобы в инсте обратно не возвращаться, можно так делать. Хорошо, будем знать. Смертоносный яд приносит исцеление. Слова безумца, не так ли? Но видят боги, устами безумцев глаголит истина. Я думаю, во времена второго вторжения яд Агилиска еще питал землю и растущие на ней травы. Поэтому предок Панаки излечился. Остается надеяться, что за столько веков яд не утратил свои силы. Вам лучше, настоятель? Лучше, дитя. Но что с другими? Не беспокойтесь о них. Они очень скоро пойдут на поправку. Настоятель Лемиар, видите ли, мы с Искателем идем на восток. Вам известно что-нибудь о древней Кабатии? Древняя Кабатия.
проклятое королевство. Его история стерта из летописи Акрасии, как оно само с лица земли. Никто доподлинно не знает, почему цветущий край стал соляной пустыней. Вряд ли сами кабайцы помнят. Народ скиталец. Поговорите с братом Алидом. Если память меня не подводит, его предки родом из Кабатии. Так я не понял, мы устранили источник этой заразы или просто нашли то, что поможет против этой заразы, которая в зомби превращает? Бескрайние соляные просторы, поросшие саксаулами и верблюжьими колючками. Такое описывают Юдию путешественники и торговцы. Сложно поверить, что когда-то там были цветущие земли. Расспросите Алида, искатель, а я поблагодарю брата Панакия. Он ведь уже вернулся? Только не говорите, что он пошел за вами в хвост Агилиска. Да нет, я вроде один был. Да прибудет с тобой Руфион, искатель. Настоятель прав. Много веков назад мои предки пришли в эти земли из Юдии. Они долго скитались по миру, прежде чем нашли здесь новый дом. Хотя моя бабушка никогда не считала эти места домом. Каждую ночь, укладывая меня спать, она приговаривала: «Спи, Алет, спи. Пусть тебя убаюкает соленый ветер. Однажды он приведет нас домой». Я не понял, про что он рассказывал, у меня совсем другое. Ладно, позвольте мне кое-что узнать у вас. А как вы выбрались из хвоста Агилиска? Так он же вроде не шел за мной. А, это он за мной шел. На своих домах с помощью портала «Песня возвращения». А вы же знаете, что можно использовать еще и порталы? Это позволит сразу переместиться в нужную область. Блин, точно, слушайте. Я ж могу из подземелья. А, так вот, о чем я. Да, семейная история. Блин, это то же самое, что он мне говорил. Наверняка она рассказывала что-то еще, но я ничего не помню. Быть может, те, кто все-таки вернулись домой, знают больше? И сейчас меня отправляют в Юдию, да? Так, ну пойдемте глянем. Зайдем в тот город. По-моему, после Юдии, если я не ошибаюсь, где-то, может, там через две локации мне дадут профессии. Карван до границы добрался. А ну стой! Чумным ходу нет. Я сам-то чумной. Это что за чувак? Ой, моя возница. Ну ладно, карета подъехала. Нормально так. Что я ему протянул? На тебе, короче, листики. Невидимые. Блин, ну это так выглядит, знаете, как в детстве играли в какие-то штуки. Там, невидимыми деньгами расплачивались, так и здесь так же. Так. Ох, какая-то большая, и как далеко бежать до ближайшего портала. Открыть новая территория Атласа. Давайте глянем. Здесь еще у нас. А, новая награда. Ну да, сейчас я, короче, знаете, Юдию. Я помню, что раньше была какая-то штука, вот можно было получить очки умения вот в этих штуках. Может быть, их нельзя уже теперь получить. Так, соляной босс. Не знаю. Так, ладно, О, это что? А, мне типа нужно дойти до вот отсюда вот. А потом поднять уровень. И что мне дадут сейчас за награду? Получить? А, вот эти? Понятно. Бежим. Путешественники говорят, соль здесь ядреная, что загорская брашка. А она, по слухам, конские копыта разъедает. Брашку я никогда не пробовал, ни загорскую, ни какую другую, но начинаю верить, что это правда. Мой тайфун встал на дыбы и дальше ни шагу. Господин Амрит согласился отвезти беднягу обратно на заставу за скромную плату. Я ведь обещал Эдмарду, что буду заботиться о вороной бестии. Дойдем до первого поселения и там справимся о местных скакунах. Кабайцы все-таки кочевники, не могли же они обойти полмира пешком.
Ну да. А тебе что надо? Зазывала Амрит. Абули. Тю, какая у вас обувка? Разве это можно? С такой подошвой по солончакам? Вам бы на бойке из бронезавьего панциря. Малай, знакомец мой, такие выделывает. Вы бы с ним сторговались, он чужеземцам подешевле отдаст. Тут до лагеря нашего всего ничего. Прямо идите, никуда не сворачивайте. Вот облупятся пятки, так захочете. А только поздно будет. Блин, почему тут моих реплик нету? Это, блин, просто жесть. Че, я тут не могу конечку призвать? А, я могу. О, новые монстры. О, можно попробовать. Ладно. Надо, короче, как-нибудь посмотреть. Может быть, где-то реально есть у справочник, что с какого моба выпадает. Ну, должно же быть такое. О, искатели Святоша Дерон. Прямо-таки соль земли. Присмотри-ка за ними, Шайтар. Че он от меня хочет? Он атамана, наверное, хочет, а не от меня. Пойди сюда. А, вот он, торгаш этот. Сгорела наша деревенька, так что же мне? С горя помереть? Нет. Хочешь жить, умей вертеться. Пусть я соль варить не могу, а навар все равно соберу. Новое дело себе придумаю. Давай так, если сегодня серебра отсыпешь, завтра уже на бойке будет, под честное слово. Ну, не завтра, так послезавтра. Через неделю точно, но серебро вперед. Какой-то развод. Ну, по рукам? Да что ты отнекиваешься? Ступни волдырями пойдут. Будешь знать. Какой-то развод. Милая Шахти великодушно предложила мне горшочек супа. Последний горшочек. В лагере со дня на день закончатся припасы. Этим людям не до нужд странников-искатель. Они сами нуждаются в помощи. Их деревню сожгли, а родных убили и взяли в плен. Интересно, кто? Поговорите со старостой-искатель. Мы люди мирные, простые соливары. Знай себе, выпариваем соляной рассол, пока кристаллы на црене не заблестят. Црен — это сковородина такая, железная. Ее рассолом заливают и над очагом вешают. Вроде как в шахте вешают котелок над костром. В нашей деревеньке таких 150 было. Откуда и название? Какого с этим названия? Теперь, видите, ни единого нет. Разбойники все дотла сожгли, только соленый пепел остался. В наших краях контрабандистов всегда полным-полно было. Сами понимаете, соль — товар цены. Да и от разбойников никуда не денешься. Всегда грабили. Мы к этому привычны. Но тут они словно с цепи сорвались, семерых зарезали, а половину деревни ввели в плен. Всего ничего осталось. Но мы надежды не теряем. Устроили караул и каждый день обходим окрестности. Вдруг кто-то из наших выжил. Из плена сбежал. Они же про лагерь ни сном, ни духом. Вчера вагер с хатаром караулили. Сегодня юмар с ноши. Юмар. Почему он зеленым подсветился? Мы поначалу как думали? Денек-другой в этом лагере пересидим, а как все поутихнет, идем в Гуджир. Он за ущельем стоит, к северо-востоку отсюда. Там в себя немного придем и станем новое место искать. Нам кабаницам кочевать на роду написано. Только до Гуджина не добраться, в ущелье разбойники засели, а другой дороги нет. Может, и самого Гуджина уже нет. Словом, мы тут которую неделю ютимся. Припасы со дня на день кончатся, серебра давно нет. На наше счастье, мимо лагеря торговец на медне проезжал, Леон Хольский, довольный такой. Его повозка вроде как одна уцелела из всего каравана. Все радовался, что теперь втридорого свое добро сбагрит. Да, и тут сразу можно подумать, а не подвох ли это какой? Мы ему говорим, разграбят тебя, если дальше поедешь. Давай сторгуемся. А он, мол, вы меня дурите, чтоб я испугался и вам все за гроши продал. Видели бы вы, как его кобыла обратно неслась. Телегу так трясло, что все добро повылетало. Мы его за даром получили. Вроде как все самое ценное собрали, но что-то могли пропустить. Вот если наткнетесь на куль какой или ящик, не проходите мимо, хватайте, смело несите караульным. Какой-то эльд тут. А, и тут новые уже штучки посыпались. Понимаю. Так, ну я, наверное, на этом сделаю паузу, потому что я так чувствую, тут я буду долго через все это пробираться.
Можно, конечно, напрямик сбегать до портала. Большое спасибо всем за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное, подписываться на мой канал и ставить лайки. Если хотите поиграть со мной, приходите на сервер Кратос. Игра совершенно бесплатна. Ссылка на скачивание в описании. Ну а я вам желаю хорошего настроения, удачи и пока!